Ребятки, здравствуйте. Вы не помните меня? Я госпожа Удача. Я просто изменилась. Стала более лучше, добрее и веселее к детям. О, госпожа Удача! И что вы делаете, мои детки любимые? В спиннер играем. Путя-путя-путя-путя. Ой, а я так хочу заработать, так хочу заработать. Поэтому я готова целый день у вас и убирать, и стирать, и играть, и уроки вам делать, и даже готовить, готовить. Я специально курсы прошла. Читала весь интернет, обошла, что любят дети. Давайте, ребята, приготовим попкорн. О, точно! Отличная идея! Кстати, мама и папа оставили попкорн на кухонном столе. Да, я читала столько про этот попкорн, столько. Весь YouTube, все говорят попкорн, попкорн, попкорн. Такой вкусный. Вот дети обожают, правда, я его никогда не готовила. Но я всю инструкцию прочитала, я знаю, как готовить. Он должен, я знаю, что покаться и раскрываться, прыгать. И прыгать. Все да. Правильно? Да. Ой, мои хорошие, я так рада, что мы понимаем друг друга. И я смогу заработать свою денежку. Ну все, давай, показывай, где у вас тут все, кухня. Доставай мне сковороду, и мы сейчас будем готовить. И хорошо. Будем есть. Ура, попкорн! Будем есть попкорн и смотреть фильм. Ага. Так, здесь готово. Первый шаг — включить плиту. Мы включили. Ага, дальше. Что написано в инструкции? Так, это что? Тут я не понимаю. Тут что? Так, попкорн должен быть вкусный. Все дети его любят. Значит, он не только вкусный и красивый. Это какое-то непонятное. Фу, клеится к рукам. Вообще, а вот это и кругленькое. Ой-ой-ой-ой-ой, какое оно красивое и прозрачное. А если мы его пожарим, он точно раскроется, как цветочек. Вот он, попкорн. Сейчас мы его приготовим, мои хорошие. Я для вас все-все-все сделаю. Так, сковорода нагрелась. Ой! Все нормально. Так, приготовим. И обязательно помешивать, и чтобы он прыгал. Угу. Так. Вот как попрыгал. Ой, как хорошо попрыгал он-то. Вот так. И помешаем. Ой, как он попрыгал. Да, сейчас его станет еще больше и больше. И мы будем наслаждаться попкорном. Жду не дождусь, когда он приготовится. Ну-ка. Тоже нагреться. Еще не готовь. Я думаю, минут 10 он точно приготовится. Но вначале его обязательно надо будет попробовать. Детка, ну-ка подходи, мы посмотрим. Няня, вы что, жарите на сковородке арбиз? Вот он, попкорн. Выключайте быстрее. И что теперь?